У меня за спиной пруд в селе Рязанцы Фряновского поселения. Здесь рядом церковь, которой венчался когда-то Алябьев. Здесь очень красивые места, и вот тут проходят сейчас работы по очистке пруда. Мы недаром упомянули здесь великого русского композитора, автора знаменитого романса «Соловей, мой соловей» Александра Алябьева. В Рязанцах он жил, создавал свои великие мелодии, и сейчас здесь ежегодно проводится музыкальный конкурс «Алябьевский соловей». Сюда приезжает много туристов, место известное, и все здесь хочется видеть во всей красе, в том числе, конечно же, и пруд. Работы по его очистке идут вторую неделю. С помощью специальной техники из водоема, который занимает площадь более 10 тысяч квадратных метров с радиусом более 500 метров, извлекаются иловые отложения. Очисткой пруда занимается предприятие «Экология воды». Здесь производится санитарная очистка берега, потом углубление воды туда и, значит, очистка полностью водоема. Вот правая сторона берега ребятами очень хорошо очищена. Дальше планируем посеять зеленый газон. В Рязанцах жители рады тому, что начались работы по очистке пруда. Как рассказала староста села Татьяна Погодина, возвращение водоему прежнего, незаболоченного состояния здесь ждали уже не одно десятилетие. Такое прекрасное место, такой красивый пруд, и весь зарос. И я считаю, что все очень довольны этим. Посмотрите, какая красота будет. Тем более рядом находится храм у нас. Работы по очистке пруда проводятся по инициативе администрации Щелковского района. На это спланированы бюджетные деньги. В 2018 году это первый из двух водоемов, поставленных в план по экологической программе благоустройства территорий в районе. Поэтапно мы распределили, где сначала нам надо вычистить основные, которые вообще не чистились, и которые заилились и все прочее. И население, естественно, просило, поэтому выбрали село Рязанцы. Это мы уже на четвертый год вышли сюда, разыграли аукцион и сейчас приводим этот пруд в порядок. Евгений Петеримов сообщил, что производители работ обещали, что по собственной инициативе еще и улучшат водоснабжение пруда со стороны находящегося рядом ручья. В целом же работы здесь завершатся через две недели. Андрей Цеханович, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».